Вітаю глядачів на телеканалі АТВ. Сьогодні ми обговорюємо газову тему. В нашій студії представник, голова Сумського міського осередку партії «УКРОП», Українське об'єднання патріотів «УКРОП» Олег Шестак і Віра Пуга, жителька міста Білопілля. Я вас вітаю в нашій студії. Пане Олеже, давайте перше запитання до вас я поставлю. Ви, мабуть, вже років три або і більше займаєтесь газовою темою в різних її аспектах, допомагаєте сумчанам. І, напевно ж, ви знаєте, що в грудні наше акціонерне товариство «Сумигаз» було оштрафовано і антимонопольним комітетом, і НКРЕ. Чи знаєте ви причини цих штрафів? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам. Добрий день, уважаемые зрители. Всех хочу поздравить сегодня с праздником Святого Николая. Всем, всем пожелать здоровья, благополучия, семейного счастья и процветания всей нашей стране. Что касается газового монополиста «Сумигаз», по вопросу которого мы сегодня собрались. «Сумигаз», мы с ним работаем в кавычках уже давно. И не работали бы с ним, если бы не сумчане, не их жалобы, жители области. Дело в том, что монополист «Сумигаз» и любой бизнес ведет себя так, как ему позволяет вести себя власть с людьми. «Сумигаз», на наш взгляд, ведет себя достаточно плохо, если, ну, это очень так мягко сказано, по отношению к сумчанам, жителям области. Мы понимаем, что каждая юридическая компания, каждый бизнес настроен на получение дохода. Но если бы этот доход не ложился на наши карманы, сумчан, жителей области, которые платят за услуги, которые нам предоставляет «Сумигаз», то, в принципе, мы бы, наверное, стояли бы в стороне. Есть контролирующие органы, которые должны заниматься этими вопросами. Сегодня Facebook напомнил мне, что год назад мы с жителями города Сумы стояли в Верховной Раде и давали брифинг касаемо того беспредела, не побоюсь этого слова, который творил «Сумигаз» по установлению общедомовых счетчиков, когда люди, защищая свои права, мы считаем законные права, ложились под машины работников «Сумигаз», взрывали эти будки для счетчиков. Был такой накал страстей, что Верховная Рада, ей ничего не оставалось делать народным депутатам, консолидировать свои силы и принимать закон, который давал отсрочку по установлению общедомовых счетчиков. Единственная область, в которой было настолько сильно напряжение в противостоянии жителей города и области «Сумигаза». «Сумигаз» на этом не остановился и пошел людям, которые отказывались от установки общедомовых счетчиков, насчитывать увеличенные тарифы, максимально возможные тарифы с целью штрафовать людей. Понятно, что люди опять пришли в УКРОП за защитой своих прав. Мы подали в суд, люди собирали подписи, обращались с жалобами в антимонопольный комитет, в НКРЕ. НКРЕ пыталась сделать проверку «Сумигаз». «Сумигаз» НКРЕ не допустила к этой проверке. Вот такая вот вакханалия происходила вот этот вот целый год. И она вылилась в конечный результат, когда НКРЕ дважды оштрафовал «Сумигаз», и был оштрафован «Сумигаз» антимонопольным комитетом на 10 миллионов гривен. Я считаю, что это наша общая сегодня победа. И жителей области, которые защищали свои права, и партии «УКРОП», потому что мы дали понять монополисту, что так работать нельзя, и так себя нагло вести с людьми, обдирая их незаконно, беря с них дополнительные деньги, так вести себя нельзя. Поэтому сегодня, к счастью, новая власть, новый состав НКРЕ обратилась лицом к нашим жалобам, услышала людей, услышала наши замечания партии «УКРОП», и на сегодняшний день
Я считаю, очень ощутимые санкции получил «Сумыгаз», потому что их доход 4 миллиона, а он оштрафован на 10 миллионов. Вот пусть теперь их собственники, которые находятся там, мы знаем, это Фирташ, который сидит там в Австрии, вот пусть он сегодня думает и смотрит на работу его менеджмента и дает оценку, почему так произошло, что, обижая людей, ведя незаконную деятельность, сегодня его предприятие получило такие колоссальные штрафы. Мы на этом не остановимся. Я вам больше скажу, что наша задача первая, чтобы люди получили перерасчет. Все, что незаконно забранное у людей, должно им вернуться. Если проблема же, вы понимаете, в чем? Городская власть, областная власть, она бездействовала в решении проблем сумчан. Люди пришли в УКРОП. УКРОП ведет системную работу по тем предприятиям, которые, или чиновникам, для нас это не имеет абсолютного значения, которые, нарушая закон, обдирают людей. Наша основная задача – поставить их на место, первое. И второе, чтобы те незаконные действия, которые они совершили по отношению людей, нас, в частности, интересует выплата тех денег, которые они незаконно взяли. Вот пусть они вернут. И все. Это первая как бы претензия, которая уже длится вот год. Вот это наша первая была претензия. Пусть они выполнят, и мы этот вопрос закроем. Все, что незаконно насчитано сумчанам и жителям области, должно быть возвращено. Дякую за відповідь. Пані Віра, я знаю, що ви були однією з тих абонентів акціонерного товариства «Сумигаз», які, користуючись газом, отримали, певно ж, якісь донарахування, споживання якого ви, ну, насправді не було, так? Ви звернулись до НКРЕ. Розкажіть, будь ласка, про цю історію, як це все, тобто, який будинок, скільки вам нарахували, чому ви все-таки не змирилися з цим, да, а поїхали відстоювати свої права, і от чим все це закінчилось? Отримавши в листопаді місяці 2018 року платіжки від «Сумигаз», ми були шоковані тим, що у нас з'явилися нарахування з грудня місяця 2015 року якісь коефіцієнти по переведенню, як вони сказали, до стандартних умов. Ми пішли зі своїми зверненнями до місцевої влади, до ПАТ «Сумигаз», пояснити нам, що це за нарахування, які нам конкретно не розповіли. Сказали, що це НКРЕ прийняло закон, по якому повинні вони нараховувати. До місцевої влади ми звернулися, сказали, що з листопада місяця цих нарахувань не буде 2018 року. Але вони і на даний час нараховуються, крім того, іще беруть пеню на них же. Ми, згуртувавшися з ініціативною групою на чолі мене, звернулися в партію «УКРОП» Сумський. Я сама є теж в партії «УКРОП», представник «УКРОПа». І вони нам допомогли написати звернення, скарги. Ми стояли в наметах, запрошували людей небайдужих підписати листи, щоб нас почули, що ми не згодні за ті нарахування, які йдуть по жителях. Крім того, ми всі направили листи вимоги до ПАТ «Сумигаз», які на наші звернення не відреагували. Направили колективне звернення за допомогою мене і інших жителів до НКРЕ і антимонопольного комітету. Нарешті здвинулося з мертвої точки якесь рішення. Але всі жителі Білопілля, і я так думаю, що Білопільського району, чекають, коли ж нарешті ці кошти, які незаконно забрав «Сумигаз», повернуться на їхні рахунки. Тому що якби, так сказати,
ми не зверталися до них. Вони до нас повертаються спиною. І кожний раз на них немає управи. Даже ось буквально місяць тому у нас було відключення, незаконне відключення будинків багатоповерхових. З якої причини? Без об'яви, без попередження. Відключають, і управ на них немає. Так по 2-3 дня люди без газу. Чому, що, ніхто нічого не знає. А ті суми, що вам нарахували, взагалі, це які це суми? Дуже великі. Ну, наприклад, навіть я візьму по одній людині. За 2018 рік по частному приватному сектору було за 2018 рік нараховано 700 гривень. На них ще нарахували щепеню. Прийшлося їх платити, тому що немає ричагів. Ну, але це рішення про те, що вам зобов'язані перерахувати і повернути ці кошти, ви його отримали на руки і тепер… Ми отримали от НКРЄ відповідь, що вони на наше звернення провірять суми газ і їм, якщо не правомочні, зроблять нам перерахунки. Ну, ми чекаємо і надіємося, що до Нового року влада подарує подарунки кожному. Ми не тільки боремося за те, щоб тільки в Білопіллі було, ми хочемо, щоб і в Україні наша влада звернулася до наших взагалі громадян і допомагала нам, і реагувала на наші звернення. Тому що у нас обраний наш під 158 округу депутат, хоч його помічник, навіть при відключенні газу не можуть вони відреагувати і не пояснити, а чому так воно робиться. Угу. Ну, а от якщо повернутися, ви сказали, що ви очолили цей рух у Білопіллі за те, щоб не сидіти склавши руки, щоб боротися і повернути кошти. Наскільки багато людей підтримує? І наскільки багато людей от, дійсно вже розуміють, що це тільки справа їх рук, відстояти свої права? Ми дуже стислий термін хотіли послати на НКРЄ, і щоб до Нового року, того року нам зробили перерахунок. Ми буквально за день, у нас було 99 підписів, щоб було на перерахунок. Звісно, у нас було дуже мало часу, за один день. А потім пішли звернення, які ми тільки на підсуми газ направляли. Зі своєї сторони допомагали людям розбиратися і в платіжках, і так далі. І на даний час є які там звернення, щось ми не розбираємося, ми підключаємо нашу обласну організацію, якій ми дуже вдячні за допомогу і підтримку, тому що ми не знаходимо навіть на даний час, до кого звернутися. На гарячій лінії ми звертаємося, добиваємося до місцевої влади, нас ніхто не чує. Ну, наскільки я знаю, рішення Антимонопольного комітету про те, що вони зобов'язані повернути вам ці гроші, вони обов'язкові до виконання. Тому що потім, якщо термін цей ви витримали і вам не повернули гроші, це буде новий штраф чи нова справа. Пане Олеже, як можна підтримати людей? Тобто УКРОП підтримує і далі їх, так? В цій роботі. Ну, на сьогоднішній день ми отримали… Чи треба звернутися вже тепер до виконавчої служби? Смотрите, як діяти? На сьогоднішній день ми отримали для нас приємлимий результат, тому що государственний орган, який уповномочен виносити рішення, це в нашому випадку антимонопольний комітет, він, на наш взгляд, правомірно дав оцінку незаконним діям облгазів, які приналежать Фірташу. Діло в тому, що… Це загалом 16 облгазів? Да, це 16 облгазів, це вотчина Фірташа, які не гребують нічим, оббирає жителів України. В наглую, в нарушение законодательства. Их главная задача – это получение максимальной финансовой выгоды. Антимонопольный комитет принял решение, и сегодня
Это уже спор не между жителями Сумской области и города Сумы, а это уже спор между государственным органом антимонопольного комитета, то есть в лице государства, и частной компанией монополистов. Их 16, вы правильно сказали. Для нас, я думаю, что сегодня Сумыгаз пойдет в суд оспаривать решение антимонопольного комитета. Мы будем следить за этими судебными процессами. Я просто хочу в лицо посмотреть тому судье, который посмеет скасовать решение антимонопольного комитета и сказать о том, что эти монополисты частные правильно оббирали, обворовывали людей. Если такой наглец в лице судьи найдется, я просто хочу ему в глаза посмотреть. И тогда мы вместе приедем и с сумчанами, жителями области, посмотреть в глаза этому судье. Я думаю, что судья такой же житель какого-то там, да, какой-то территории, тоже пользуется газом, тоже платит эти деньги. И я думаю, что он примет законную позицию, государственную позицию при вынесении решений. Поэтому с большой долей вероятности мы можем говорить о том, что вот те незаконные расчеты, начисления, они все-таки будут возвращены сумчанам, жителям области и тем людям, гражданам Украины, которые проживают на территории, которые пострадали от незаконных действий газових монополістів. І ще одне запитання я хочу вам поставити. Якщо пригадаєте, у жовтні ви їздили в НКРЕКП на ті засідання, де планувалось підвищення тарифу на розподіл природного газу. І, наскільки я знаю, тоді Сумська область єдина, вас підтримала тоді облдержадміністрація, і Сумська область залишилась єдина, де тариф цей не підвищили. Розрахунки були там з 54 копійок. Сумигаз пропонував 2,56, якщо я не помиляюсь. Їм нібито погодили на гривню 0,1, але тоді справа так і не закінчилась ухваленням цього рішення. На сьогодні чи змінилася ситуація? І якщо тариф таки погоджений, то чи дійсно зараз можна буде покрити цими коштами проблему, ну, тобто підвищити зарплату людям, на що наполягав Сумигаз, коли обґрунтовував підвищення? Повищення заработной платы работникам Сумбыгаз. Они это ложат в основу и этим прикрывают как бы необходимость повышения. Я хочу сказать, что вот эти незаконные действия работников Сумбыгаза с 18 года и на протяжении 19 года, это же звенья одной цепи. Нельзя рассматривать повышение тарифа в контексте нарушений прав сумчан и жителей области. Понятное дело, что мы системно работающая партийная организация, и этот вопрос мы отслеживаем и контролируем. Поэтому понятно, что мы написали свои замечания. Мы вообще не понимаем, как может НКРЕ рассматривать повышение, любое повышение тарифов для Сумыгаз, предприятие, которое нарушает лицензионные условия, которое не допускает НКРЕ КП к проверкам, которое штрафуется НКРЕ КП, которое в своей работе нарушает антимонопольное законодательство. Для нас это вообще удивительно, как вообще принимаются какие-либо мотивации по повышению тарифа от предприятия, которое нарушает, массово нарушает и права людей, и украинское законодательство. Ну, это вопрос такой. Там они получили штраф, за это будут отвечать. Что касается тарифа. Когда мы начали разбираться в составляющих тарифа, мы увидели, что, например, 8 миллионов гривен Сумыгаз тратит на сопровождение сайта. 10 миллионов гривен они тратят на юридические услуги. 2,8 миллиона они тратят на там, компьютерные программы. У них есть, например, колл-центр, люди куда звонят, да, 2,3 миллиона уходят из наших же платежей, всех сумчан, уходят на этот колл-центр. Когда мы начали разбираться, а кто же учредитель этого колл-центра, оказывается, этот колл-центр зарегистрирован в Полтаве, то есть там налоги платятся, да, а конечный бенефициар – кипрская компания.
зарегистрированная в офшорах. Собственно, юридическая адрес Полтава, а основной выгодополучатель, кипрская компания, в офшорах платятся налоги. Так вот, сумчане и жители области должны понимать, что часть денег, которые мы с нас всех собирают, она оседает просто в офшорных компаниях. Более того, для нас не составило труда приехать на эти слушания, пообщаться с коллективом «Сумгаз». Мы там присутствовали на этих слушаниях, на нас пытались, это было, чтобы все понимали, что такое эти были общественные слушания. Пригласили работников компании «Сумгаз» в зал, и среди них проводили слушания по повышению тарифов. Мы не побоялись абсолютно. Я вам скажу, что на вход нас там, когда мы заходили, поставили прекрасных женщин, которые там просили повышения заработной платы. Мы пообщались, я вам скажу, что замечательный коллектив, достойные уважения. Все замечательные люди, и «Укроп» относится с уважением к каждому работнику, слесарь, там тот, кто сварщик, тот, кто ходит по домам, тот, кто ходит по домам, собирает показания, водитель. Мы всех уважаем, абсолютно. И я выступил перед всем этим коллективом и им четко сказал: мы за повышение заработной платы каждому из вас. Только вы ж смотрите. Есть у вас руководящий состав. Господин там директор получает 300 тысяч зарплату, а слесарь получает 5. Хорошо, 5. Заместитель директора получает 250 тысяч зарплату, а водитель 5. Начальник службы безопасности получает 200 тысяч зарплату, а контролер 5. Я говорю, так может вы у себя здесь, говорю, посмотрите, посмотрите фонд оплаты труда вашего руководства и посмотрите все остальные, сколько получают. Мы за то, чтобы не было такого разрыва. Для нас принципиальный вопрос, чтобы вот обычные работники получали повышение зарплаты. Я задал в зале людям очень простой обычный вопрос. Где гарантия, что после повышения тарифа у вас повысится заработная плата? А профспилки? А профсоюз говорит, так вот у нас колдоговор есть. Я говорю, позиция партии «Укроп» следующая, касаемо повышения заработной платы. Понятный документ, подписанный между профсоюзом и работниками, там, где говорится, если идет повышение тарифа, зарплата водителя с 5 тысяч вырастает до 8. Зарплата слесаря, там, образно, с 6 до 10. И дальше. Чтобы мы понимали, вот мы сели, «Укроп» выступает сегодня против. Если речь идет о повышении заработной платы, нет вопросов. Покажите, сколько у простого человека, работника, не у Тацкого и не у его замов. Они и так живут хорошо. Не надо за них переживать. Я работникам сказал, вы 10 миллионов бы, говорю, на юридическое сопровождение не списывали бы, а добавили бы зарплату людям. Вам добавьте, пожалуйста. Вот. Ну что такое, сопровождение сайта 3 миллиона. Просто деньги выводятся из предприятия, это же все прекрасно понимают. Не выводите в офшоры деньги. Забивают в тарифе 10 миллионов чистой прибыли Фирташу. Я говорю, а Фирташ там что, не доедает? Где он там, в Австрии там или где он сидит? Это же все деньги с нашего кармана. Мы все должны заплатить Фирташу, чтобы он получил, его предприятие, монополист, получило прибыль 10 миллионов. А щеки не треснут. Я извиняюсь. И таких предприятий 16 по Украине. Ну, вы понимаете, то есть, ну, по Украине, то пусть там каждая область разбирается сама. Но вот мы в Сумской области, это же, вы поймите, сегодня в Украине при нынешнем новом кабинете министров жизнь же стала не лучше.
зарплати не виросли, субсидію урізали, за квартиру треба платити більше. Увеличивается количество, сейчас вот получат люди платежки, увеличивается количество абонентских там плат, тарифов новых и так далее. Водоканал вводит, суммы теплоэнерго вводят. Уже мы сейчас увидим по в платежках по сумме газу, уже два будет составляющих платежа. Разбивают платеж. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы в общей массе платежей мы не увидели повышение тарифов. Вот кабинет министров так по-хитрому придумал. Вот водоканал там мы разобьем на 5 платежей, введем абонентскую плату, и еще там сделаем ряд платежей, обслуживание счетчиков, обслуживание сетей и так далее, и так далее. А если сложить в общей массе эти все платежки, мы увидим, что тариф вырос. А они думают, что ну сейчас разобьем, и вроде как и незаметно будет повышение тарифа. Соответственно, и суммы газ, вот эти вот все платежи, они идут с нашего кармана. Так вот, я задал резонный вопрос. А чего мы, сумчане, должны переплачивать, там, образно говоря, 10 миллионов прибыли Фирташу, который и так себя нормально чувствует, в принципе. Поэтому сегодня у нас есть с суммы газом диалог. В принципе, мы выступили. Я хочу сказать о том, что действительно уже мы пришли к, скажем так, такому диалогу, там, где нас хотя бы слушают. Нам дали возможность выступить. Мы высказали свое мнение. Мы высказали свое мнение на НКРЕКП. И суммы газу тогда не увеличили тариф. К нашим доводам прислушались. Я хочу сказать, что если суммы газ и дальше будет продолжать так себя вести нагло, нарушать права людей, насчитывать незаконные платежи, то мы, сегодня он получил штраф от антимонопольного комитета, от НКРЕКП получил штрафы. Если он так и дальше будет себя продолжать вести, мы будем поднимать вопрос о лишении его лицензии. И уверяю вас, те, кто знает, насколько мы цепки, то мы это решение дожмем, лишим его лицензии. Вот всегда лучше диалог и лучше договариваться. Мы сегодня готовы. Перерасчет. То, что незаконно забрали у сумчан, надо вернуть. И жителей области. Людей не обижать. И выйти на согласование тарифа, который бы устраивал каждую семью, он был понятный. Администрация сегодня на стороне и сумчан, и жителей области. Сегодня с приходом Купрейчик Ирины Валерьевны в администрацию на должность исполняющей обязанности главы администрации, сегодня наконец-то администрация повернулась лицом к жителям области и города Сумы в вопросе газового монополиста. Боршиш Иван Семенович занял очень активную позицию по отстаиванию тарифа интересов сумчан. Поэтому я думаю, что сегодня мы уже УКРОП не один. УКРОП уже сегодня в коммуникации с администрацией. Я думаю, что мы сегодня уже нарастили мышцы и справимся с таким монополистом, как Сумигаз. Дякую вам за вашу активну позицію. Я нагадаю глядачам, що сьогодні ми обговорювали газову тему. В нашій студії працював Олег Шестак, голова Сумського міського осередку партії «УКРОП», і Віра Пуга, жителька Білопілля, яка зверталась за відновленням своїх порушених прав до НКРЕКП. Дякую за увагу і залишайтесь на телеканалі АТВ.